Давай учить стих. Давай. Давай. Начинай. Вдруг кто-то... Давай еще раз. Давай. Как мы учим стих? Прочитать еще раз. Давай последний. Давай только первый. Нет, полностью. Нет, вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь, прыгает через порог. Кто же это? Мой щенок. Что случилось, если сразу не узнала я щенка? Нос распух, не видно глаза, перекошена щека. И впиваясь, как игла, на хвосте жужжит пчела. Мать сказала, дверь закрой, к нам летит пчелиный рой. Весь укутанный в постели, мой щенок лежит пластом. И виляя еле-еле забинтованным хвостом. Я не бегаю к врачу, я сама его лечу. Ну, давай. Я тебя попросила первые четыре стиха. Хорошо, вдруг... Вдруг кто-то страшный... Я не помню. И зубатый, наверное? Нет, не зубатый. А какой? Вдруг кто-то страшный... Не сходится. С чем не сходится? Ну, смотрите, вдруг кто-то страшный зверь. Вдруг кто-то страшный зверь? Да. Как будто бы кто? Щенок. А вот это будет щенок. Ну, логично, логично. Едем дальше. Вдруг кто-то страшный зверь. Дверь открыл лапы. Наверное. И залез через окно, да? Так ты хотела сказать. И перепрыгнул через порог. И что тогда? Зарычал? Нет, потом спросили, типа, кто это? И ответ там будет в конце. Мой щенок. Дальше, следующие четверостишье. Давай мы будем посмотрим. Кого посмотрим? Можно я сначала посмотрю? Что посмотришь? Ну, текст. Ну, на, посмотри текст. На. Можешь даже прочитать. Давай. Где-то кто-то кому-то там. И потом это будет щенок. Давай. Вдруг кто-то страшный зверь. Открывает лапой дверь. Прикинь. Как такое вообще возможно выучить? Вдруг кто-то страшный зверь. Открывает лапой дверь. Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь. Я уже выучил. А ты прочитать не можешь. А давай ты все расскажешь. Раз ты выучил. Я запросто сейчас все расскажу. Рассказывай. Только мне нужно, чтобы рассказала ты. И без подсказок, понимаешь? Хорошо. Конфетку уберите. Это ваш бонус будет, если без запинок расскажете. Ну давай, вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь, прыгает через порог. Ну. Вдруг кто-то страшный зверь открывает лапой дверь, прыгает через порог. Кто же это? Мой щенок. Что случилось, если сразу не узнала я щенка? Нос распух, не видно глаза, перекошена щека. Девушка, вы учите или читаете? Учим. Давай сюда тогда книжку. Давай. Подождите. Запомни. Давай, запомнишь и с самого начала начнешь. Давай. Мы его сегодня добьем, да? Да. Нам на завтра надо выучить его. Да. На понедельник. Понедельник завтра, давай. Не надо там читерство свое включать, давай сюда. Я читаю. Ты все равно не сможешь потом повторить. Вдруг кто-то страшный зверь открывает лапой дверь. Давай.
Ну что, жги. Вдруг кто-то страшный зверь открывает лапой дверь. Уже неправильно. Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь. Прыгает через порог. Кто же это? Мой щенок! Ну? Что случилось, если сразу не узнала я щенка? Нос распух. Не видно глаза, перекошена щека. И впиваясь, как игла, на хвосте жужжит пчела. Мать сказала, дверь закрой, к нам летит пчелиный рой. Весь укутанный в постели, мой щенок лежит пластом. И виляет еле-еле забинтованным хвостом. Я не бегаю к врачу, я сама его лечу. Ну давай, вдруг... Тебя просят только прочитать... Вдруг кто-то где-то, давай, начинай. Вдруг кто-то страшный зверь. Вдруг какой-то страшный зверь. Да. Я сама его лечу, давай. Вдруг какой страшный зверь. Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь. Смотри. Вдруг какой-то страшный зверь. А не вдруг какой. Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь. Перепрыгивает. Что перепрыгивает? Через порог. Прыгает через порог. Угу. И давай заново. Кто же это? Давай заново. Ну давай. Вдруг где-то кто-то там. Давай, начинай. Вдруг... Вдруг кто-то... Вдруг кто-то... Я запыхала, я не понимаю, как это выглядит. Ой, и так целый вечер.